Геннадій Вікторович, у вас які от висновки з цих відео, які ми переглянули, з цього всього скандалу? Хамство високопосадовців? Ну, я увидел, хто набиває тюрми часто невиновними людьми. Если вот такие люди руководят следствием, руководят правоохранительными органами, часто они в их бреду приходят в голову, а посадить побольше для галочки. Потому что, насколько я слышал, что сама должность придумана под этого человека. Соответственно, то, что он складывал структуру для ублажения себя, своего эго, но при этом сажают же очень много невиновных, то есть под хапок. С наркотиками борются все, наркоманов ловят. Но я встречал людей, которые не похожи на наркоманов или наркодилеров. Но они попадали либо в следственный изолятор, либо даже на Лукьяновку на 60 дней по арешту. Потом их выпускали. И теперь я просто увидел, я раньше не интересовался, я сейчас увидел лицо этой борьбы с наркоманами. Как он может бороться? Образования толком нет, послужного списка нет. Это значит ор, крик. И те рассказы, которые мне часто рассказывали бизнесмены, говорят, что те, которые стыкуются с полицией, не будем их называть, но они говорят, что с утра вынюхивают все вещдоки и идут кошмарить бизнес. Почему, выйдя из тюрьмы, я сказал, весь бизнес в опасности только потому, что у него есть деньги. Всем людям могут подкинуть наркотики. Вот он в таком состоянии, вполне в состоянии подкидывать наркотики. И другие, там же есть еще следственное дело. Я столкнулся только с Печерским РОВД, с заказными делами. Но они же все в таком состоянии находятся. Все в состоянии кого-нибудь кошмарить, у кого-нибудь что-нибудь забирать. А если это еще и под наркотой делается, потому что мы же видим психически ненормального, не знаю, там проводили обследование. Человек, который всю жизнь занимается наркотиками, из России приехал, а здесь возглавил наркоотдел. Я вообще не понимаю, как он туда попал. Хотя сейчас уже просачивается информация. Поэтому мы все в опасности от таких силовых структур. Ослаблять надо. А когда наша администрация президента начинает усиливать их старыми кадрами, призывая их на службу, только с одной целью. Надо закошмарить Порошенко, надо посадить Медведчука, но при этом эти же люди начинают сажать всех остальных и распускаются, как вот этот вот человек. Потому что там же еще другие есть, которые творят такое же самое. И на сегодняшний день надо смотреть уже на вот таких людей и на саму полицию с точки зрения опасности для общества. Сегодня полицейские, я считаю, особенно вот там Печерский РОВД, Печерский суд этот долбанный, они опасны для общества. Не знаю, как там портного под санкции отправили, там весь суд надо отправлять. Ну, ми бачимо, що тут якраз рядові правоохоронці, рядові поліцейські, вони були з іншого боку. Вони були готові. І вони абсолютно правильно, так здається, себе вели. А здесь я вот соглашусь с коллегой, что они были готовы. Они очень правильно себя вели, потому что они вели съемку. У них здесь такая камера висит. Так они завжди ее ведут. Они спокойно отвечали, они не боялись начальства, они его останавливали специально, не один раз, наверное, и он выходил из себя. Они его спокойно писали. Я думаю, они даже знали, что он. Да, они знали, кто он, что он, его сбивали, это действительно его торпедировали. Это трохи изменяет ракурс этой истории. Но это не оправдывает Гагиевашвили. Да, это не оправдывает и всех остальных.